Всем привет, это Ксения, и мы продолжаем наше путешествие по Испании. Сегодня мы посмотрим на испанский Левант, или Средиземноморскую Испанию, Каталония, Валенсия и Мурсия, а также Балиарские острова. Итак, начнем мы с Каталонии, самого северного региона. 5 вещей, которые я хочу, чтобы вы запомнили про Каталонию. Тезисно сначала. Каталония – это вместе с страной басков самый богатый регион Испании. Второе. Каталония – это не Испания. Третье. Барселона – это Гауди, Дали, Пикассо и Жуан Миро. Четвертое – это башня из людей Кастелерс. И пятое – это шампанское. Испанское шампанское производится именно в этом регионе. И чупа-чупс. Каталония очень богатая область и с точки зрения денег, и с точки зрения истории, и с точки зрения культуры. Поэтому все рассказать в этом обзорном видео я не смогу. Поэтому будет отдельное видео про Каталонию. Вот здесь вот оно появится. Итак, первое. Каталония – это богатый регион. Так было и так есть до сих пор. С 19 века в этом регионе больше всего развивается текстильная промышленность. Он очень силен именно в текстильной промышленности. Также в Каталонии развиты автомобили и судостроение, фармацевтика, химическая промышленность и продуктовая промышленность. Испанцы из других регионов считают каталонцев очень работящими, но и скупыми тоже. И есть очень много шуток на эту тему. Например, как уместить 100 каталонцев в Сиат 600? Надо кинуть туда монетку в 1 евро. А как вытащить оттуда всех этих каталонцев? Нужно сказать, что это такси. Будучи богатым регионом, Каталония всегда привлекала много иммигрантов. Иммигрантов в том числе и в основном из других частей Испании. И каталонское правительство делает все, чтобы дети этих иммигрантов уже считали себя каталонцами. А как они это делают? Тут мы переходим к тому, что Каталония не Испания. Они это делают с помощью языка. В каталонских школах преподавание идет на каталонском языке. Каталонский язык – это язык из романа окситанской группы, и на нем говорят в Каталонии, в Андорре, на юго-востоке Франции и на Балиарских островах тоже говорят на каталонском языке. Каталонский язык мало того, что поддерживают, так еще и очень развивают. Когда вы приедете в Каталонию, в Барселону, скорее всего, вы приедете, а вы до этого 5 лет учили испанский, вы будете просто поражены, что слова какие-то совсем не те. Вы учили, что, например, проспект это Авенида, а там написано Авенгуда. Как же так? А вот так, потому что в Каталонии все надписи, все таблички, все рекламы, все на каталонском языке. Тут стоит отдельно отметить, что во время диктатуры Франциско Франко в середине прошлого века, с 39 по 75 год, все национальное подавлялось во всех областях Испании. Все были просто испанцы. И национальная культура, языки, все это подавлялось. С тех пор, как в 75 году в Испанию пришла демократия, Каталония и страна басков очень активно стали бороться за отделение от Испании. Вот это вот каталонский флаг, он называется Эстелада. В Каталонии есть свое правительство, которое называется Generalitat. Деньги, которые они собирают, они тоже, часть денег они отдают Мадриду, а большую часть они распределяют, большую часть налогов они распределяют сами. То есть не Мадрид им диктует, как и на что тратить деньги. Третье. Столица Каталонии – это город Барселона. И это тот город, который плачет от количества туристов. Туристов там столько, что местные жители даже выходят на демонстрации, воюют с Airbnb и прочими туристическими организациями. Им слишком много туристов, им это уже не нравится. Хотя это приносит городу очень много денег, людям не нравится, что так много туристов. Туристы со всего мира едут в Барселону, чтобы посмотреть творение Антонио Гауди, или Антони Гауди, каталонского архитектора, представителя каталонского модернизма. Вы наверняка знаете Саграду Фамилию. Это базилика, которая строится, начиная с конца 19 века, и до сих пор
Кто-то говорит, что ну как же так, почему они не могут ее уже взять и построить? Мне кажется, это очень здорово, потому что ведь соборы средневековые, они тоже строились столетиями. И как же здорово, что сейчас, в нашем 21 веке, у нас тоже есть собор, который вот строится на наших глазах. Собор строится на пожертвования, обещают достроить к 25 году. Но тут как пойдет. Покровителем Антони Гауди был Эстеве Гуэль, богатый каталонский бизнесмен. И для него, для его семьи, Антонио Гауди построил в том числе Парке Гуэль. Бесподобное место, несмотря на толпы-толпы туристов, все равно надо туда сходить, потому что такого парка больше нигде нет в мире. Также он построил La Casa Batlló и La Casa Milà. Во всех путеводителях написано, что главная улица Барселоны – это La Rambla. Но мне кажется, что главная улица Барселоны – это Passage de Gràcia. По Рамбле стоит пройти, чтобы дойти до рынка La Boqueria. Он просто прекрасен. Там огромное количество фруктов, овощей, хамонов, рыбы, и все так красиво разложено. В общем, удовольствие для глаз и для живота в том числе, потому что на рынке, конечно, есть рестораны и бары, и все свежее, все очень вкусное. Так вот, Passage de Gràcia. Passage de Gràcia – это как Елисейские поля в Париже. Это такая большая, широкая и дорогая улица. Там находятся все... ну или, по крайней мере, большинство бутиков. Часы, украшения, одежда, в общем, все, что хотите. Если вы зайдете в сувенирный магазин в Барселоне, то наверняка вы увидите вот такие вот плитки или этот узор на каких-то других вещах. Так вот, знайте, что этот узор, это узор плитки на Passage de Gràcia, и придумал его никто иной, как, конечно же, Антонио Гауди. А еще для Passage de Gràcia он придумал фонари. И что интересно, так это то, что раньше эти сиденья подогревались, то есть внутрь клали дрова, чтобы господам, которые пришли прогуляться по Passage de Gràcia, было не холодно. Ну, зимой, конечно. Визитная карточка Барселоны – это, конечно, еще и Trencadís. Это техника ломаной мозаики, которой украшен весь парк Güell. Было еще два других архитектора, которые на самом деле в свое время пользовались гораздо большей популярностью, чем Гауди, потому что идеи Гауди даже для его времени были слишком прогрессивными. И он был как чудак, которому не все готовы были доверить свои деньги. Один из этих архитекторов – Луис Доминик и Монтанер. И вам совершенно необходимо посетить бывший госпиталь Сан-Креу-Сан-Пау. Это самое большое сооружение в стиле каталонского модернизма. Когда я там была, я думала о том, что больные должны были выздоравливать просто от окружающей их красоты. Если вы едете в Барселону всего на один день, у меня есть для вас отличный маршрут. С утра вы идете в парк Güell, только обязательно купите заранее билеты онлайн, потому что в парке их купить нельзя. За несколько месяцев советую это делать. Дальше, после парка Güell, вы идете пешком в госпиталь Сан-Пау, а совсем рядышком, буквально 10 минут пешком от Сан-Пау, находится Саграда Фамилия. И все. Идеальный день в Барселоне вам обеспечен. Второй архитектор, популярный в начале 20 века, это Жозеп Пуч и Кадафальк, который, помимо прочих, построил дом для семьи производителей шоколада Аматлер. Старый центр города называется Готический квартал. Там находится собор Санта Мария дель Мар. И собор этот является главным героем двух очень-очень классных книг, которые я вам советую прочитать, если ваш уровень испанского B2 или выше. Когда в Испанию пришла промышленная революция, в Барселону поехали люди работать. А Барселона на тот момент была, вся умещалась еще более-менее в крепостных стенах, до того момента точнее. А теперь все, люди просто прекратили умещаться. И тогда в действие вступил план Серда по имени его создателя Ильдефонсо Серда. Это такой каталонский барон-осман, если хотите. Он приказал разрушить все старые и хаотичные постройки за крепостными стенами и
возвел там квартал, который теперь называется Ensanche по-испански или Eixample на каталонском. Ensanche по-испански буквально значит расширение. Посмотрите, как это выглядит на карте. Все очень четко, линии ровные. Рядом с Барселоной находится бенедиктинский монастырь Монсеррат. Он находится в горах. И посмотрите, какие необычные там горы. А в самом монастыре хранится чудотворная скульптура Девы Марии Ла Моренета. Сложно говорить про Каталонию, не упомянув Сальвадора Дали, который родился в местечке Фигейрас и потом построил там свой дом-музей. Вы можете его посетить. А еще вы знали, что Чупа-Чупс появился именно в Испании, и эмблему для него, вот эту знаменитую маргаритку, придумал именно Сальвадор Дали. Чупа-чупс происходит от глагола чупар, облизывать, чупа, облизывай. Ну, чупс это просто, чтобы было как-то в рифму. В конце 19 века в Барселону из Андалусии вместе с родителями приезжает подросток, который в дальнейшем станет одним из самых высокооплачиваемых художников в мире. Он проживет в Барселоне всего 10 лет, но сохранит тесные связи с городом и будет очень часто туда возвращаться. А сейчас вы можете сходить в музей Пикассо и узнать о истории и самого Пикассо, и его историю с Барселоной, и посмотреть многие его работы. А еще Каталония – это художник и скульптор Жоан Миро. И эта скульптура называется «Женщина и птица». Четвертое. В Каталонии есть традиция строить, в кавычках, из людей башни. Они называются «кастеллерс». Выиграет тот, чья башня окажется выше и не развалится. А еще Каталония – это испанская шампань. Здесь производят игристое вино, которое называется «кава». Самая известная марка – «Freixenet». Интересно, что год урожая никак не влияет на класс испанского шампанского. Испанцы считают, что здесь всегда хорошая погода, всегда достаточно солнца и дождей, поэтому виноград всегда получается сладким, терпким и ароматным ровно настолько, насколько это нужно виноделам. Поэтому ранг винограда определяется по количеству сахара, составу винограда и возрасту. К тому же кава долго не живет. Обычно в продажу она поступает как раз, когда ее надо пить, и хранится максимум 2-3 года. В Каталонии пьют сангрию с кусочками фруктов, которую делают из кавы, и она называется тисана. Подается она в большом кувшине с деревянной лопаткой, чтобы вы могли подавить фрукты, и сок их попал в ваш напиток. Еще хочу упомянуть, что едят в Каталонии, такого необычного. Едят лук кальсоц. Его жарят на огне, как некоторые жарят мясо, а вот каталонцы жарят кальсоц. Я не говорю, что они не жарят мясо. Для Каталонии это тоже еще одна визитная карточка. А еще говорят, что именно в Каталонии появились чуррос. Такие палочки из заварного теста, из сладкого заварного теста, которые обжариваются в большом количестве горячего масла. А еще Каталония – это пляжи Коста-Брава и Коста-Дорада. Коста-Брава буквально можно перевести как пляж отважных, потому что там изрезанный и скалистый берег. Коста-Дорада буквально значит позолоченный берег. Развиваться пляжный отдых в Испании стал в 60-х годах. До этого вообще никто не думал о том, чтобы поехать на море. Кстати, очень интересно, что мы говорим «поехать на море», а испанцы говорят «поехать на пляж». Ира-ла-плая. И как думаете, кто первым приехал в Испанию, кто стал развивать туризм в Испании? Даю вам на выбор. Финны, шведы или немцы? Одними из первых были немцы, а потом стали активно ездить шведы, ну и уже все остальные. Русские туристы любят местечко Салоу, недалеко от которого находится один из самых больших развлекательных парков в Европе – Порт-Авентура. День Каталонии отмечается 11 сентября, но гораздо даже более важный праздник – это День Святого Георгия, El Día de San Jordi, San Jorge, en español, по-испански, покровителя очень многих стран в мире, в том числе и Португалии, кстати, где я живу, но еще и в Испании он отвечает за Каталонию и за Арагон. Так вот, 23 апреля, когда отмечается этот день, в Каталонии принято дарить друг другу розу и книгу.
Любящие люди дарят друг другу розу и книгу. То есть это могут быть пара, молодой человек и девушка, или муж и жена, родители детям дарят. Вот такая вот очень такая приятная традиция. И сами понимаете, как же я могу пропустить праздник, когда можно подарить или и получить в подарок книгу. Конечно, это мой любимый праздник в году. Балеарские острова являются частью Каталонии, поэтому имеет смысл поговорить о них в этом видео тоже. Итак, три вещи, которые вам нужно знать про Балеарские острова. Первое. Балеарские острова – это любимое место отдыха испанской королевской семьи. Они каждый год ездят отдыхать на Майорку. Второе. Калас. Бухты так называются на Балеарских островах, особенно на Майорке. И третье – это остров Ибица. Считается, что название Балеарских островов происходит от греческого глагола «балейн» – «кидать», «метать». Потому что когда-то, давным-давно, жители Балеарских островов были отличными пращниками. Островов 5. Майорка, значит большой, Менорка, маленький, Ибица, Кабрера и Форментера. Главный город Майорки – это Пальма де Майорка, и там находится большой кафедральный собор, который обязательно стоит посмотреть – Ла Сео. А вообще на Майорке очень красивые пляжи с лазурной водой, а еще особенность их в том, что они очень маленькие и очень труднодоступные. Там есть большие протяженные пляжи, но их мало, и они находятся только в одной части острова. В основном же это маленькие труднодоступные пляжи. Но зато они такие красивые, что стоит проехать на машине, чтобы потом оказаться в такой красоте. Майорку очень любил Наполеон, Фредерик Шопен и Жорж Санд, помимо других известных личностей. Главный город острова Минорка – это город Маон. Маон. Ничего вам не напоминает? Тогда я вам расскажу легенду. Рассказывают, что как-то во время одной осады жители города Маон съели все продукты, кроме яиц и оливкового масла. А из них они ухитрились придумать очень сытный, питательный и густой соус, который наверняка стоит у вас сейчас в холодильнике. Речь идет про майонез. Третий по величине остров Балеарских островов – это Ибица, которая по-испански называется Ибиса. В 60-х годах туда начали приезжать хиппи, которые жили свободной жизнью, жили в коммунах. А с годами этот остров превратился в сосредоточение ночной жизни. Острова Кабрера и Форментера тоже очень красивые. На всех Балеарских островах есть вот эти прекрасные калас, маленькие труднодоступные пляжи. Но больше сказать про Кабреру и Форментеру мне нечего. Национальный каталонский танец «Ла Сардана». Это своего рода хоровод, люди берутся за руки и исполняют определенные движения под музыку. Лучше посмотреть видео. Но, пожалуй, самое необычное традиция в Каталонии, про которую просто нельзя умолчать, это каганерс. Человечки, которые справляют нужду. Особенно их достают и ставят на видное место перед Новым годом. Потому что, что бы вы ни думали, каганерс – это символ достатка. И ладно бы это были просто какие-нибудь крестьяне, но вот вам, пожалуйста, королева Летиция или Дональд Трамп. Видео получилось длинное, но Каталония того заслуживает. Очень интересная область. Конечно, я рассказала не про все. Когда я соберу еще информацию, я обязательно запишу еще одно видео с какими-то маленькими деталями и историями про Каталонию и каталонцев. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить уведомления о следующем видео про Валенсию и Мурсию. А на сегодня это все. Пока-пока.